Украина, Харьков, всем привет. Делала салатик. Состав: яйца 4 штуки, чеснока 4 зубчика, укроп, петрушка, ну, немного, так столько вот сверху я насыпал, чтобы вы видели. Дальше добавляем сардины в консервную банку, то есть открываем, вот как завтрак туриста, то сардины такие небольшую литровую или пол-литровую, вот там сколько, 240 грамм или 370, вот так, одну баночку. Берем сырки, раньше был сырок Дружба типа такого, 3-4 штуки на ваш выбор, можете 4, можете 3, я использовал 3 штуки. Вот, и соли перчим, можно не перчить, соль и майонез. Вот майонез. Я добавляю 67% королевский смак. Можете другой ложить. Мне этот майонез нравится. Главное, ну, с майонезом, не с растительным маслом. Все, все это дело перемешиваем. И салат получается очень вкусный. Сейчас я начну мешать этот салатик. Посмотрим, что выйдет. Я сейчас буду перемешивать. Я еще не солил. Так, еще соль. У меня соль съедена. Добавляю жменьку соли, чтобы не пересолить. И еще пол жменьки соли, щепочку. Жменьку, щепочку соли на вкус, по чуть-чуть, не пересолите. Перец я не добавляю. И кто хочет, пусть добавляет. Так, беру ложку и перемешиваю это дело все. Без майонеза чуть-чуть перемешал, как бы солька, чтобы немножко, сардины это шуба, с яйцами перемешал немножко, вот так, получается, видите, уже салатика. Так. Вот такой салатик выходит. Все, немножко, сильно не надо перемешивать салат. Добавляю пол пачки майонеза. Вот майонез. Добавляю 67%. Вот, ну, что видно. Где тут? Так, 67. Вот майонез. 67%. Вот сфокусироваться. Вот вроде видно, да? 67. Все, пол пачки добавляю. В пачке 340 грамм. Вот 340, я пол пачки добавляю. Все, кто любит пожирнее, можете всю пачку. Все это дело перемешиваем. Если майонеза не хватает, добавляем оставшуюся пачку. Так. Не хватает, я добавлю еще. Ну так, хватит. Половинки пачки, скажем так. Вот, хватит. То есть я добавил пол пачки, потом еще половинки. То есть где-то, если 340 грамм, пополам 150, 20, 170 грамм добавил, и потом еще добавил, так, 85 грамм майонеза. Вот что-то у нас уже получается. На консистенции доволен. Примерно однородная масса. Вот видно. Раз рассказываю состав. В состав входит 4 яйца, 3 сырка типа Дружбы плавленых. Добавляю консервную банку сардин, консерва 270-340 грамм, не больше, так как завтрак туриста в Союзе было консерва, кто знает, кто не знает, просто консерва типа кильки в томате.
железные банки. Вот, одну консервную добавляем, 4 яйца, говорил, сырок, дружба 3 штуки, 4 зубчика чеснока, не головку большую, 4 штуки, а маленький зубчик, 4 маленьких зубчика чеснока я добавляю, солю и добавляю чуть больше половины майонеза. Это у меня 60%, я королевский смак ложу, мне он нравится. Я ее не рекламирую, мне за рекламу не платят. У меня нету 4000 часов просмотров, поэтому не платят. Вот. И вот такой получается красивый салатик. Вот такой салатик получился. Полезный. Рыба скумбрия, она полезная. Вот такая. Ой, не скумбрия, извините, сардина. Салат. Осенняя свежесть готов. Приятного аппетита. Ставьте лайк, канал твой навсегда. Пишите комменты, вкусный, невкусный. Когда сделаете, едите вы салаты с рыбой, делаете ли жена или кто-то, мама, или кума, вам салат с рыбой. Вообще любите вы салаты с рыбой, без рыбы, напишите в комментариях, мне будет очень интересно. Всем хорошего настроения, удачи по жизни, пока-пока.